Не время сейчас рога полировать. Сейчас о геополитике думать нужно. Мордовские урки, талибские маджахеды, пираты Карибского моря и прочая империалистическая сволочь стоит у наших границ. Для отражения возможной агрессии предлагаю подать сигнал и срочно задружиться с Рахляндией. Ты не сможешь противостоять объективным мировым интеграционным процессам. Это антинаучно. Если ты такой умный, где же твои деньги? Пендальф, в натуре, где наши деньги? Заткнись, крысёныш.